Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе. По снежным по просторам спешит он к ребятне, и свой волшебный посох всегда в его руке. Одет в наряд веселый, подарков целый воз, спешит на праздник детям наш вятский Дед Мороз. Он фокусы и куклы сложил в свой чемодан и разными вкусняшками набил цветной карман. Чтоб было людям весело, не вешали чтоб нос, приходит к нам под Новый год наш вятский Дед Мороз. Приходит к нам под Новый год наш вятский Дед Мороз. Привет, наши дорогие слушатели, с вами сегодня наша любимая программа «Открывашка» на волне 101FM. Сегодня наш телефон, как всегда, 201-101, и со мной сегодня же мои коллеги. Представьтесь, пожалуйста. Привет, я Злата Андреева, всем доброе утро. Всем привет, с вами Тимур Мамедов, всех наступающим. Я, как понимаю, вы уже их помните, и сегодня мы будем задавать вам вопросы и разыгрывать замечательные призы, фирменные призы. И, конечно же, эти фирменные призы принес нас дорогой гость, вятский Дедушка Мороз. Аплодисменты! Дратути! Дратути, мои дорогие, маленькие и большие, низенькие и рослые, детвора и взрослые. Очень рад в последний день уходящего года оказаться в эфире. Не ждал, не гадал такой радости. Обычно Дедушка Мороз приходит вечером, а у нас прямо утром. Вот ранее. Утро задастся сегодня, думаю, значит, да. И вечер будет хороший. Ну что, детвора, познакомиться пора. Как зовут вас? Меня зовут Софья. Меня зовут Злата. Тимур. Прекрасно, прекрасно. Ну а я картошкой нос, вятский Дедушка Мороз. Молодцы, молодцы, молодцы. Ну что ж, давайте поговорим, о чем будем говорить. Давайте мы вам позадаем наши фирменные вопросы. Вопросы, а вот это... наверное, все будут сегодня, да? Связанные с Новым годом. Конечно. Да, да. Прошу вас, Злата. А можно пока что вот вам вопрос задать? Вот это что? Это резюме ваше? Это или? Планшет. Видите, планшет. Какой красивый? Вот это моя фирменная, да, такая. Это эмблемка вот... «Вятский Дедушка Мороз». Для бумажек. Да. Зовут меня Мороз Фанасьевич. Вот. Никто не знает, почему? Нет. Потому что ваш отец Афанасий. Молодец, молодец, Злата Алексеевна. Я понимаю, о чем вы говорите. Сразу скажу, что появился я здесь не случайно. Пришел я к вам из-за лесов высоких, из-за полей широких, с берегов родной реки нашей Вятушки. Вот. Родом я из этих мест, знаю всю эту окрест. Там вон роща, там овраг. Расскажу вам все без враг. Я ведун, лесной волшебник, но по-простому маг. Вот сегодня в перерыве нашей программы прозвучит легенда о вятском Деде Морозе. Откуда вы узнаете, кто являлся прототипом вятского Деда Мороза и почему он называется Мороз Афанасьевич? Не знаете? Нет, пока не знаем. Приоткрою, ну, так, немножко. Приоткрою тайну. Ну-ка скажи, Тимур. Я не знаю, как сказать правильно, но вообще... Ну давай, догадки. Мне кажется, прототипом... вы это как прообраз нашего... Ну, у нас был раньше на Вятке такой хороший человек, как Афанасий. Афанасьевич? Или я не помню, как его зовут. Афанасий Никитин, ты еще скажи. Никитин, скажи. Вадим Анатольевич Афанасьев. Да. Да. Главный режиссер театра кукол Кировского, чью фамилию наш театр носит. Это и он стал прототипом или прообразом, да? А что такое прототип и прообраз? Скажи, пожалуйста, Зося. Прототип и прообраз — это как бы что было в прошлом и что сейчас существует с изменениями какими-то, например. Да. И вот да. В 2014 году, в 2014 году, он отправился в свое путешествие, последнее, на небо, и вернулся к нам в моем образе. Поэтому волшебники никуда не уходят, не исчезают, они всегда возвращаются. И вот он, я пришел к вам, друзья, радовать вас и веселить. С Дедушка, Новым годом! А что это у вас такое?
А да. Вот жалко, что нас, наверное, никто не видит, или я ошибаюсь? Я думаю, что видит, конечно же. Ведь идет трансляция в Инстаграме. Ой, какое счастье. Давайте помашем руками. Здравствуйте, мои дорогие. А также просто трансляция на сайте «Эхо Москвы». Заходите, смотрите, радуйтесь. А ведь еще телефон у вас есть. Телефон? Где телефон? Да, где телефон? А, номер телефона. Точно. 211-101, наш номер. Спасибо. Вот утром всегда вести тяжело, да? Поднять подняли, а разбудить забыли. Ну ладно, расскажу вам, с чем пришел. Вот это мой дорожный чемодан. Повидал он много стран. Много у меня родни, все морозики одни. Близко к нему не подходить, может крышкой зашибить. В нем у меня чудеса. Мои фирменные уроки так и называются. Чудеса из чемодана. Златочка, чем обклеен мой дорожный чемодан? Этот чемодан, как я понимаю, обклеен флагами стран. Да. И на этих флагах написаны столицы этих стран. Как ты думаешь, вот познавательно такие делать уроки географии? В игровой форме, да? Ну, наверное, да. Поэтому приглашайте, с удовольствием изучим познавательную географию. А вот это вот что на чемодане? А на чемодане, как вы думаете? Ну-ка, Тимур, ответь. О, боже. Это ваш посох? Не морозильный. А компьютерно... Мобильный. Мобиль. Слышите, да? Этот посох мой не морозильный, а компьютерно-мобильный. Коль хорошего человека коснется, огонек на нем зажгется. Коль на сердце лед не жит, огонек не загорит. Ну что, проверим? Ну, давайте. Ну-ка, давайте. Сейчас. Я вот вам этот посох вот так вот дам и посмотрим. Ежели вы хорошие, ребятки, ну-ка, давайте-ка возьмитесь, Тимур, Зося. Вот, огонек загорелся. Значит, вы хорошие ребята. Можете друг другу поаплодировать. Родители пусть вами гордятся. Ну что, продолжайте программу, я весь во внимании. Мне вот интересно, Дедушка Мороз, а вот эти подарки, это тоже для наших ребят? Да. Для наших слушателей? И я вам предлагаю, Зося, объявить о том, что сегодня наши радиослушатели будут получать. Я вижу вот свои книжки и еще про мои специальные подарочки. Конечно, Дедушка Мороз. У нас есть не только наши обыденные книжки, которые любят читать ребята, но и, конечно же, фирменные, уникальные подарки от нашего дорогого гостя. Это, например, раскраска Дедушки Мороза с его фирменным логотипом. Вот, да. Еще у нас есть календарики. Счастливые. Счастливые календарики и линейки. Зося, прочитайте, что написано на линейке. Опа. Хэштег «Вятский Дед Мороз, 2018 год». Волшебная закладка дарует знания, пятерки и желание учиться. Вот так вот. С календариком, чтобы быстрее отсчитывать дни. Да, всем подарим. Всем, прям всем. И еще у нас есть... сколько тут пряничков-то? Я ну, не считаю. Ну, немного, но тем не менее тоже подарим. Имбирные прянички специальные. Мандаринки просто вам, прекрасные. Друзья. Пончики от Вятского Деда Мороза тоже вам сегодня вас посластить. Я не мог прийти с пустыми руками. Спасибо, Дедушка Мороз. Может, кто-то не завтракал? Баску. Да, кто-то не завтракал. Вот, а Тимур-то говорит, диалектизм, между прочим. Видите, у дедушки говорок какой? Да. Специальный. А почему вятский же такой? Говор. Да, это наш знаменитый вятский говор. Ну вот, конечно, на радиостанциях, в эфире и со сцены он не приветствуется, правда? Ну да. А поэтому он сохраняется в нашем народе как культурное наследие. Видите, он какой мягкий, забавный, интересный, смешной, даже немножко наивный, да? И есть еще такие слова. Баско, баско. Ногти, скажи-ка мне, Златочка, что означает слово баско? Баско. Не знаю. Спасибо. Хорошечно. Хорошечно, да. Прекрасно. Тимур веселенький мальчик, да. Я предлагаю задать вопрос нашим слушателям. С удовольствием, прошу вас. Не могу ли я задать вопрос? С удовольствием. У меня такой вопрос, связанный со странами. Например, как называют Деда Мороза в Белоруссии и на острове Кипр? Ух ты. Телефон 211-101, ребята, отвечайте. Дедушка-то знает, потому что они все мои братья двоюродные. Дедушка-то, пожалуйста, не отвечайте. Дедушка может быть журить. Конечно, да, можете. Конечно. Пусть звонят, а мы пока побеседуем. Ну что, как вы готовы к встрече Нового года? Расскажите, у кого дома, может быть, елки, палки, моталки, у кого чего есть? У кого палки стоят? Злат, у вас есть елочка дома? Конечно, есть. Нарядили? Нарядили, давно уже. А где вы будете днем праздновать у себя, ночью дома или поедете куда-то? Ну, родители поедут, а мы с бабушкой и с дедушкой будем отвечать. Какая прелесть. Тепло так. Бабушка да дедушка. Вот я ведь дедушка, слышите? Я всех дедушка. Чужих детей не бывает. Поэтому бабушек и дедушек особливо, пожалуйста, обнимите, поцелуйте. Ладно? И добрые слова скажите, окей? Ладно. Да, окей. Спасибо. Хорошо. Прошу у вас, нас извольте. Звонок, да. Привет, как тебя зовут? Полина. Сколько тебе лет? 11. А из какой-то школы? 60-й. Хорошо, отвечай на вопрос, дедушка будет тебя журить. А знаешь ли ты что-нибудь, Полиночка, о вятском Дедушке Морозе обо мне? Да просто, да. Что угодно.
Он ночью приходит. Ночью. Это просто отлично. Да, именно сейчас ночь как раз я и пришел. Если что, группа ВКонтакте «Вязкий Дед Мороз». Пожалуйста, отвечайте. В Белоруссии Зюзя. Отлично. Зюзя. Я, кстати, была на новогоднем празднике Зюзи. Насколько я знаю, вообще Зюзи — это морозы трескучие. Да, это в Белоруссии? Да. Да, молодец, хорошо. Белорусская. А второе про Кипр? Еще хочу отметить то, что Полина очень умная девочка. Отгадала такую сложную загадку. Да, давайте. Сама прям. А острове Кипр? Святой Василий. Это правильный ответ. Браво, да? Давайте поаплодируем ей. Ох, молодец, девочка Полина. Дедушка говорит, ты молодец. Полина, красивая, как картина. Вот такая у меня ординарная история. Отлично, хорошо, мы тебя переводим к редактору нашему. Пообщайся с ним, выбери плюс. С Новым годом, с новым счастьем. Будьте здоровы, успехов вам всем и подарки от вашего Дедушки Мороза. С любовью из Вятки, ваш Мороз Афанасьевич. А мы продолжаем программу. Дальше. Я предлагаю задать вопрос нашему дорогому гостю. Ну-ка, жду, пожалуйста. Ребята? Сейчас. Мне, гостю. Я понял. Можно задать мне про костюм? Почему у меня такой костюм? А что за узоры вообще у вас на костюме, эти круги? Мне кажется, как вы думаете? Дымковская кружка, наверное. Я бы даже сказал несколько иначе. Они навеяны нашим национальным русским дымковским орнаментом. А кто-нибудь бывал в селе Дымково и знает, где оно расположено? Ну-ка. Да, вот через реку Вятку. Через реку Вятку. Её обычно затапливает. Затапливает, да. И дело в том, что за последнее время дымковские игрушки и дымковские орнаменты стали очень популярны во всем мире. Не случайно на Олимпиаде, в начале, на открытии, на закрытии всегда были наши дымковские игрушки. И у людей за рубежом они ассоциируются исключительно с русскими орнаментами. Поэтому вот я такой веселый и красивый. Не знаю, конечно, может быть, на любителя, но Мороз Иванович, который зато с узором, да? Главный Дед Мороз, он мне даже позавидовал. Каждый год он мне дарит охранную грамоту, доверительную. Да. У него ведь страна большая, от Калининграда огромная. До Сахалина. Ему нужно много-много дел переделать, поэтому он везде на каждой земле оставляет своих наместников. Так вот, я у него, Мороз Афанасьевич, по прозвищу, кстати, Радушный, да, здесь хозяин на Вятской земле. А у нас соседи еще есть, например, Татарстан. Ну-ка, как в Татарстане, может быть, кто знает, зовут Деда Мороза? Кыш-бабай. Кыш-бабай, правильно, да. А в Удмуртии? Тоже какой-то бабай. Тоже бабай, действительно, потому что бабай – это дедушка, Тол-бабай. Вот, нас, Дед Морозов, ой, большая семья, вот. Огромная? Огромная. Есть у меня родной брат, не скажу какой, а двоюродный мой брат – Санта-Клаус, вот. Отлично. Да. Санта-Клаус, наверное, Санта-Клаус? Все знают. Ну, да. Это понятно, да. Санта-Клаус. Он мне все присылает Кока-Колу. Но я говорю, Кока-Кола не нужна. Праздник нам тут приходит. Же химия одна. Кока-Колу мы не пьем. Мы на Вятке тут у нас пьем настоящий. Кефир. И кефир, правильно. Да. Да. Ну что, продолжаем дальше. Да, лучше пейте кефир, ребята. Да. Дедушка, а какое ваше любимое блюдо? Пончики. Пончики? Да. Фирменные пончики Деда Мороза. Дети, есть какой у меня дружок, Дед Мороз? А зовут его Снежок. Это собака, породы вятская особая. И вот сегодня я вам привез вот эти вкусные, замечательные, сладкие пончики. Господи, слюнки текут уже. Я думаю, сегодня чай попьем с вами, деточки мои. Птенчики. Вот я всех называю дитятку, да птенчики, потому что чужих детей не бывает. И как сказал великий советский писатель и поэт Сергей Михалков, сегодня вы дети, а завтра народ. Вот так вот. Очень познавательно. Прекрасные слова. Прекрасные слова. Прошу вас дальше. Хорошо. Ребята, знаете ли что-нибудь, что можно задать нашему дорогому гостю? А меняете ли вы свои костюмы или только так вот в одном ходите? Дело в том, что в этом костюме я только не сплю. У меня есть очень такая... А пижамы нет? Красивая, фирменная пижама, только я вам пока еще не покажу. Рано. Вот. А костюм мой вот такой, я всегда в нем хожу, можно по улице меня встретить везде, да. Можно за бороду подергать, а кто за нос мой подержится, тот счастливым станет. Вот кто-нибудь так. Хочет? Кто-нибудь хочет, я хочу, была такая песня. Дедушка, кстати, современный, да, очень современный, любите пончики, мы-то думали какие-нибудь там, не знаю, мороженое. Ну, честно говоря, дедушка не часто злоупотребляет этими пончиками. Дедушка за ЗОЖ, вот. Что это переводится? Здоровый образ жизни, да. Хорошо, ребята, давайте зададим вопрос. Давайте. Нашим слушателям. Да, вопрос. Как зовут Деда Мороза в Финляндии?
Финляндия. Вот в точку попал Тимур. Хорошо. Это именно он и является моим родным братцем. Да? Да, да. Потом я расскажу, почему, кстати. Телефон 201-101, пожалуйста, отвечайте. Он является моим родным братом. Родным братом? Но это не точно. Это еще не проверено? Я специально мем сказал такой, молодежный. Я все знаю. Но это не точно. Но это не точно, да. Я, пока дети отгадывают, я скажу, что вот этот мой родной брат из Финляндии, он же финно-угр по национальности. И дедушка тоже немножко финно-угорских кровей. Он же вятский. Раньше на Вятке называли жителей как? Вятичи. Вотяк. Да. Это, между прочим, смесь разных народов. Татарский, удмуртский, а почему марийский и вятский. На Вятке-то звали ветчане. И ветчане в том числе. Это ветчане название народа, а по национальности и по этническим замесам он был вотяк. Вот такое есть общеупотребимое название. Вотяк, он немножко финно-угорские корни имеет. Поэтому мы в Финляндии... Кстати, где живет финский Дед Мороз? А мы не знаем. В Финляндии там есть область северная, она называется... Как? Туда еще Дед Мороз приезжает, американский Санта-Клаус, за подарками. Куда? Лапландия. Да, конечно, Лапландия. Ну-ка, Тимур, бери бразды правления в свои руки. Да, окей. Привет. Привет. Как тебя зовут? Софья. Как, Софья? Софья. Софья, так. Сколько годков, тебе лет? Да? Ну-ка. 5. 5 лет, маленькая. Маленькая. Какая совсем ты еще. Молодец. С наступающим тебя, Сонечка! Привет! С нами Дедушка Мороз. И вас тоже. Спасибо, спасибо, родная. О, загадывай, спасибо, любое желание, пока отвечаешь. Я тебе все исполню. Ну-ка тебе, Тимур. Какой ответ? Йоу-пуки. Йоу-пуки. И это правильный ответ. Молодец. Давайте поаплодируем. Ох, молодец. Дозвонилась, догадалась, правильно ответила. Сейчас все получишь. Мы передаем тебя редактору. Фирменные подарки получишь. И ты даже выиграла пряничек. Пряничек, да, Сонечка. Тебе специально. Ты пятилеточка у нас. У тебя будут очень интересные раскраски. Рисовать ты любишь? Она уже передана нашему редактору. Отлично. Хорошие руки. Вот как у нас быстро все двигается. Ну я что? Попрошу вас передать мне календарик, чтобы наша Софья получила. Прошу вас, я его таким вот, знаете, жестом вам передам все практически. Благодарю вас. Ох, красиво, хорошо. Прошу. Ну что дальше, ребятки? Что дальше? А вы создаете зиму или кто это делает? Это мы делаем совместно. Вот спасибо тебе, Зосенька, за этот добрый вопрос. Дело в том, что без зимы, без снега, не может быть весны и лета. А как вы думаете, почему? Потому что природе вода. Нужен тоже отдых. И отдых нужен в любовно укутанным белым одеялом сне. Поэтому я что делаю? Проверяю, все ли реки полноводные вятские хрустальным льдом покрыты, все ли теплым снегом да пушистым одеялом укрыты поля до весны. Ведь в некоторых полях уже посеяна озимая пшеница. Все взойдет и вновь будет колоситься наша природа-матушка. А дедушка уедет. Меня так радует, что вы с таким теплом говорите о нашей осени, нашей весне, лете. А потому что дедушка сюда приехал уже навсегда. Покуда будет течь наша полноводная река Вятушка. Покуда будет стоять наш знаменитый город, который имел три названия на семи холмах. А какие три названия, может, кто скажет? Хлынов, Вятка, снова Киров. Хлынов, потом нет, Вятка. Нет, сначала была Вятка, потом так. Хлынов, потом снова Вятка, потом Киров. Да, ну всего молодец. Три названия. Поочередность не важна, правда? Да. Да. Покуда будет стоять наш город, покуда будет зима и покуда дети будут верить в чудеса, а также все взрослые, дедушка будет с вами. Но по весне, в Масленицу, дедушка уедет на Северный полюс, на знаменитую станцию «Север». Знаете, кем я работаю, когда здесь уже весна и лето? Что я делаю, знаете, нет? Нет. А что? Я работаю с группой мировых ученых-экологов. Да. Дедушка заботится не только о нашем Вятском крае, а о всей нашей земле. Ведь по сути своей это хрупкий большой мир. Правда? Это земной шарик, его нужно беречь, где бы ты ни был, с кем бы ты ни был. И поэтому все мои братцы в разных странах, особенно Йолопуки, мой родной брат, они мне в этом помогают. А знаете ли вы, что каждый год повышается уровень Мирового океана? И это правда? Большая проблема. Да. Да, по сантиметру, но это очень большая проблема, потому что идет массовое таяние ледников. И с этим нужно что-то делать. А почему, кто знает? Затопит жизнь. Почему такие происходят метаморфозы что... в природе? Почему? Потеплели? От пагубной жизнедеятельности человека. Так вот, поэтому главная задача нас, Дедов Морозов, сделать так, чтобы человек любил
и берег свою матушку, землю, природу. Ну, скажите, неужели это не благородная миссия? По-моему, а? Это просто прекрасно, и дети даже сейчас могут выйти, покормить птичек или что-нибудь такое. Ох, молодец, Зосенька, ох, молодец, ты стала моим последователем. Вот придешь ко мне в школу, Морозью, назначу тебя морозовиком номер один. Вам намек. Да. Что у нас, звонок? Нет, вопрос хотелось бы задать. Да, прошу вас, Злата. Давайте. Как звали оленей Санты? Я могу сделать небольшую подсказку, их 8. Серьезно? Да, серьезно. 8 оленей? 8 оленей. Всего? Я думаю, вы все их знаете, потому что это такая традиция. Обычно ну, мне кажется, мы всех оленей-то в городе знаем, да? И вообще везде, так сказать. Вот, а вот этих 8 мы не как-то пропустили. Ногти, не знаю, как это может быть. Дедушка, еще такой вопросик. Например, у Санта-Клауса есть олени, а у вас кто? А у меня собаки-хаски. В этом году я на хаски приехал. Знаете такую породу? Это да, потрясающая зимняя порода, северная. У них 2 глаза разных всегда бывает. А год кого грядет? Собаки. Вот. А провожаем год кого? Петуха. Петуха. Молодцы. Мой год провожает. Молодцы. Я думаю, что Злата может принять. Да, конечно. Привет, как тебя зовут? Здравствуйте. Как тебя зовут? Меня зовут Алина. А сколько тебе лет, Алина? Мне 8 лет, я учусь в 22-й школе. Ой, 22-я, это православная гимназия? Нет. А как ты собираешься этот Новый год отмечать? Ну, я поеду в Порошино, и там буду отмечать Новый год вместе с родителями. Ох, здорово. Какая прелесть. Давай тогда отвечай на вопрос. Как же звали оленей Санты? Олени. Отлично, по-моему, это прекрасно. Нет, их надо... Логика. Имена надо назвать этих оленей. Неужели есть у Санты? Поздравляю вас всех с наступающим Новым годом. Вот это правильно. Что оленей перечислять? Правильно, да. Мне будет роскошное самочувствие, роскошное настроение и роскошные перспективы. Удачи и счастья вам в Новом году. Мне кажется, даже если по логике подумать, то они олени, Злата. Дедушка растрогался от такого поздравления. У меня слезы текут, скоро растаю. Ой, как ты меня порадовала, девочка. Подари ей все, что она попросит, дорогая моя. Подари. Хорошо, мне кажется, даже по логике за стих можно, она да? Она так классно увильнула от ответа, как в «Матрице». Да, она увильнула от ответа, но зато сделала очень важное нам поздравление. Сегодня счастье ведь 31 декабря, ребята. До Нового года остались считанные часы. Злата, ты не мучь меня заветом, для меня завета нет. Коль родился я поэтом, так целуюсь, как поэт. Вот такие строки почему-то мне Сергея Есенина пришли на ум. Дедушка поэзию-то любит. Не мучай никого. Ну-ка, давай, выпали нам все имена оленей, чтобы все знали имена. Оленей по именам надо знать всех. Мало ли. Первого оленя звали Кюпит. Второго Комет. Третьего Дешер. Четвертого Денсер. Пятого Пренсер. Шестого Дансер и седьмого Виксен, а еще был 8-й Беликсем. Гениально. Просто я думаю, прекрасно. Я думаю, именно этих знаний нам не хватало. Не хватало людям, да. Слушайте, что-то я маленько уморился. Может, мы выйдем на небольшую рекламную паузу, пока я поедим пончика, да. Попьем чайко с вами, повеселимся, порадуемся, песни попоем. А с вами программа «Открывашка». На волне 101 и 1 FM, да? Отлично, что запомнили. У нас телефон 101-101 FM. Да, 101-0, прекрасно. И мы уходим на небольшую музыкальную паузу. А в этой паузе мы послушаем легенду о Вятском Деду Морозе. Договорились? Морозе. Жил-был на белом свете в одном маленьком городе добрый волшебник, дедушка Афанасьев. И был он словно из сказки, коренастый и широкоплечий, с окладистой седой бородой, хитрыми глазами-бусинками, носом-картошкой и доброй улыбкой. Ходил он неторопливо, опираясь на суковатую палку с большим дорожным чемоданом, оклеенным разноцветными картинками. А в карманах носил сладости, ведь куда бы он ни отправлялся, за ним всюду следовала толпа детей. Они просили показать им чудеса из чемодана. И волшебник не мог отказать. Всегда угощал детишек, показывал им фокусы и кукольный театр. Так продолжалось много лет. Одни дети подрастали, на смену им приходили другие, а наш волшебник все собирал вокруг себя восхищенную публику, и повсюду его сопровождали детский задорный смех и аплодисменты.
Но однажды волшебник не вышел из дому. Дети ждали его день, другой, а потом узнали, что он заболел и лежит дома с градусником и грелкой. Тогда они стали собирать подарки для доброго дедушки, писали ему записки и письма с пожеланиями выздоровления и даже отдавали свои самые лучшие игрушки. Так они его полюбили. Прошло лето, наступила осень, и вот однажды кто-то из взрослых сказал: «Волшебник больше не придет. Волшебник умер». «Разве волшебники умирают?» — воскликнула маленькая девочка лет 7. «Нет!» — ответил вихрастый мальчишка постарше. «Он обязательно появится! Просто надо запастись терпением, правда?» С надеждой он обратился к бабушке. Бабушка поняла грусть детей и ответила: «Конечно, мои дорогие, волшебники не умирают. Просто они на время уходят к тем деткам, которые больше нуждаются в них. Туда, где люди перестают радоваться». Ну что, как вам сказка, трогательная? Трогательная. А продолжение вы узнаете, ежели придете к дедушке в гости. А у нас с вами сегодня утром в 10:00 началась программа «Открывашка». Наш телефон 211-101. С нами сегодня мои ведущие Злата Андреева, Тимур. Всем привет. Привет, да. И с нами дорогой наш гость, вязкий Дедушка Мороз. А по отчеству как? Афанасьевич. Браво! Здравствуйте, мои дорогие друзья! В последний предновогодний день я рад, что сегодня с моими замечательными молодыми друзьями мы находимся на радиостанции в Кирове на волне 101.0. Пожалуйста. Это просто прекрасно. И давайте продолжать, наверное, общаться с нашим дорогим гостем. У кого-нибудь есть к нему вопрос? Да, вопросов будет много, и у нас сегодня подарков много. Может, вы прочитаете про книжки? Про... Да, да, конечно, как раз об этом. Прошу. У нас сегодня прям очень много подарков. Это книги и приглашения. Начну я, наверное, сначала с книг. У нас есть энциклопедия «Удивительное растение» для читателей любого возраста. Книга про автомобили, самолеты, корабли для ребят от 6 лет. Энциклопедия «Удивительное фактов». Это самое-самое животное 0+. Энциклопедия «Открытия и изобретения» для читателей от 6 лет. Энциклопедия «Большие кошки» для читателей 6+. Роберт Битти, «Серафина и черный плащ» 12+. Туи Сазерленд, «Драконья сага» 12+. Дейзи Медоуз, «Котенок Белла» или «Любопытный носик» 0+. У нас также есть «Дикая ведьма», «Страна сказок» и настоящее приключение. Также приглашение в театр кукол на спектакль «Морозко». Приглашение на двоих в кафе «Зуги». Приглашение на двоих в батутный парк «Марио». Приглашение на двоих на посещение собачьей деревни «Мохнатия». И приглашение на двоих в кинотеатр «Дружба». Ну а также наши дорогие спонсоры. Это магазин «Бумага» и «Читай город». Отлично. Ну и фирменные подарки от Дедушки Мороза, да? Да, фирменные подарки, конечно, про них мы не забываем. С пустыми руками дедушка не ходит, я вижу, у вас слюнки-то текут, а почему? Потому что очень вкусно все выглядит. А на что вы смотрите? На пончики. Мы смотрим на пончики. А пока, нате-ка, мандаринки. Новый год без мандаринков не Новый год, правда ведь? Да, да. Держите, держите, Златочка, держите. Спасибо. Хотя бы продолжаем нашу программу. Мандаринов поесть. Вот вам, вот, молодец. Предлагаю задать вопрос сразу же. Хорошее начало программы, кто знает. А Тимур? Вопрос нашему гостю или слушателям? Нет, слушателям. Ну, давай, Злата, ты хочешь? Ну, да, я могу. Давай, хорошо. А как зовут немецкого Деда Мороза? Ого! Ну, я не знаю, даже это не то чтобы его аналог, просто вот символ... Ну, в Германии есть свой Дед Мороз, и его называют, да? Да, вот и все, да. Что тут долго говорить? Да. Потому что вот потому наш что есть Мороз Панасьевич, ну, просто они там не есть Дед Мороз. Санта-Клаус, есть Йоллоупуки, а вот кто приходит детям под главное, Новый год? Главное, что наши... это хороший человек, все отлично. Я вам могу честно сказать, все Санта-Клаусы, все Деды Морозы, все Йоллоупуки, и как бы ни назывался, это все наши братья, все наша семья Морозов, они всегда приходят хорошие люди. Ну, пока звонка нет, может быть, кто-то расскажет, каких-нибудь есть уже звонок? Да, да? Уже есть, да. Звонок. Слушайте, как молниеносно все происходит, прям по мановению волшебного посоха. Да. Да. Кто задавал, тот и будет принимать. Давай, Злат. Привет, как тебя зовут? Артем. Артем, а сколько тебе лет? 8. Ждешь Нового года? Да. Подарка ждешь? Да. А вообще, давай тогда отвечай на вопрос.
Как звали немецкого Деда Мороза? Как его зовут? Вайнахстаман. Ну, его зовут... Ну, в принципе, ты правильно ответил? Вайнахсман. Да, только его Вайнахсман зовут. Вайнахсман, да. Да. Дед Мороз. Как я знаю, есть еще один в Германии Дед Мороз. Его зовут Санта-Николаус. Санта-Николаус, правильно. Да, есть такое. А скажите мне, кто стал прототипом? Мы сегодня разбирали, что такое прототип. Да. Санта-Николаус. Святой Николай, да. Николай какой? Святой. Святой. Николай Чудотворец. Знаете ли вы это? Я передаюсь. Да, я очень рада, что ты ответил на вопрос, и сейчас мы передаем тебе нашему редактору. Спасибо. С Новым годом, дорогой мой. С Новым годом, с новым счастьем. Да. Слушайте, а может, вы расскажете, может быть, в каких-то других странах есть еще обычаи? Я-то ведь знаю все, а вы нашим слушателям поведайте, может быть, в каких-то странах есть. Я могу рассказать. А какие ты страны выбрал, Тимур? Латвия, Молдова и Норвегия. Какой удивительный выбор, да? То есть не Америка, не Франция, ты взял такие малоизученные страны. Ну, по моему мнению, это очень интересные страны, и у них очень много разных традиций, они очень удивительные, по моему мнению, очень странные. Ну-ка, давайте послушаем. Вообще, в Латвии встреча Нового года отличается изобилием праздничных блюд на столе. Главное блюдо латышского Рождества – это вареный серый горох с жареным шпеком. Как шпек вкусно. Шпек – это свиное сало. В Латвии есть очень странный, по моему мнению, обычай, то, что весь этот сваренный горох они должны доесть в этот же день. Правильно. Ну, потому что у них считается, что все слезы этого года не должны оставаться на следующий. А давай про другую теперь страну. Например, про Молдову. Давай. Новый год в Молдавии отмечается 1 января. 1 января? Да. Не 31 декабря, слышите? Правда? Вот. Дата празднования Нового года, равно как и традиции, связанные с ним, перетерпели существенные изменения за все столетия. Кроме того, за последние полвека Новый год превратился в самый широкомасштабный праздник в этой стране. Он отмечается обычно в семейном кругу, но у них очень много проходят разных гуляний народных, как и до, так и после его празднования. Угу. Вот. У молдаван свои новогодние персонажи и очень интересные. Например, Мош Крачун. Это их Дед Мороз. Ничего себе, Мош Крачун! О! Как вы это все запоминаете? Я... Что мне запоминать? Это ж мои братцы. Я знаю всех. Мы с ними переписываемся или по скайпу созваниваемся. Да. Вайбер не используют. Также у них... И Вайбер, и Ватсап. Также у них есть Фата Дезапеда. Это Снегурочка. Фата Дезапеда! Также у них есть Баба Хрга. Это наша Баба Яга. Да. И обычно у них, ну, они разыгрывают всякие сценки на детских праздниках. Да. Обычно Баба-Яга, она пытается помешать каким-то... Дед Мороз, вообще Снегурочка, и они хотят провести для детей хороший утренник, попраздновать Новый год, подарить подарки. Ну и Баба-Яга пытается... Им строит козни всякие, да? Да. Но ее планы терпят поражение обычно. Это понятно. Ну что у нас в Норвегии? Ну, в Норвегии начинаются праздники с 24 декабря. А почему? Кто мне ответит? А потому Зося? Что они по другому календарю живут. Ну, у них когда Рождество? Канун Рождества. 25-го. 25-го, католическое Рождество. А у нас, у православных? 7 января. 7 января, браво, Златочка. Прошу вас, Тимур. Так, и заканчивается он 13 января, в день Святого Кнута. Кнута. Вот. Который празднуют во всей Скандинавии и считают днем официального окончания рождественских праздников. В этот день по старинной традиции из дома выметается все Рождество. Все праздничные украшения вместе с елкой убираются из дома до следующего Рождества. Молодец, Тимур. Давайте поаплодируем. Очень содержательный текст. Давайте поаплодируем. Я хотела бы задать вопрос нашим слушателям. А у нас нету пока вопроса еще в эфире, да? Еще нет, никто пока не задал? Нет, нет. Ну-ка вот, давай, Тимур, посказанное. Да. Ну-ка скажи-ка вопрос, а потом у нас уже Зося задаст вопрос. Вопросик к нашим слушателям. Да, да, да. Хорошо. А какое основное приобретение делают перед Новым годом японцы? Ого, как! Японцы. Какое основное приобретение делают перед Новым годом в стране восходящего солнца? Знаете такую? Да. Вот легенду, да? В Японии. Что, Зося, вот вы что, маячите вы, что? Вы сегодня нет, все хорошо. Всю дорогу маячите, куда смотрите, что? Я хотела бы просто еще рассказать о самой, наверное, известной нашей традиции с Санта-Клаусом, об американских традициях. Зосенька, если хотела, так рассказывай, милая, время бежит. Бегом, 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 начинай. Хорошо, я хотела бы сказать, что, конечно, там есть свой Дед Мороз, это Санта-Клаус. Да. Он ездит на оленях с оленей упряжкой, как Злата уже нам рассказывала, да. А подарки он берет в Лапландии, на секундочку. Вот да. Вот, да. Спонсор. Да. Еще раз.
Также там есть такая традиция вешать над камином или вообще над кроватью носочки. Считается, что если человек себя хорошо вел, то туда ему сложат, может быть, монетки какие-то или конфеты. А если человек, ну, даже если он более-менее себя хорошо вел, то не от души это делал или... на самом деле не очень хороший, то туда складывается уголь, очень много угля. Вот. Но, конечно же, семейная традиция — это собираться у стола и передавать друг другу подарки. Музычка включилась. У нас... это мой телефон, извините. Да. Мне только что звонил как раз Санта-Клаус. Вот. Услышал, видимо, нас, да? Да. И как раз сейчас привожу тему, у нас звоночек. Да, это был практически этот звонок. Мы его передаем прямо нашу редакторскую группу, чтобы мне напрямую не звонили. Давайте. Звонок уже есть? Да? Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Представься, пожалуйста. Настя. Сколько лет? Мне 12. Хорошо, отвечай на вопрос. Грабли. Правильно? Да, это правильно. А с чем связаны, не знаешь? А, на самом деле нет, но они почему-то покупают грабли. Просто берут, покупают грабли. Может быть, чтобы потом весь Новый год выгребать все украшения. Ну, кстати, это тоже может дополнительный быть вопрос. Если вдруг до конца программы кто-то нам расскажет, почему с граблями связан вот этот обычай, было бы замечательно. Подарки в студию, как говорят у нас. Да, мы передаем тебя нашему редактору в умелые руки. С Новым годом. Я считаю, что такая неловкая пауза не должна висеть в такой прекрасной программе. Итак, у нас немного времени остается до конца. Хотелось бы еще раз сказать, что сегодня в нашей программе «Открывашка» это финальная программа, да? В этом году, да. Традиционно она выходит в воскресенье. И мне кажется, что у нас сегодня зарождается прекрасная традиция. Собираться? Каждую, да, финальную «Открывашку» в последнее воскресенье уходящего года встречаться с Дедушкой Морозом. Ну, не знаю, может, святским, может, не святским, неважно. Подводить итоги, желать всем всего самого доброго, дарить всем подарки, потому что до Нового года остались считанные часы. Или буквально, если в секунды перевести, да, то, конечно, их будет несколько миллионов, да, секунд, но, тем не менее, это, поверьте мне, очень быстротечно все закончится. Ну что ж, если у вас есть еще какие-то вопросы, давайте будем задавать детям вопросы. У нас есть звонок. Да. Принимайте звонок и... Подождите, сейчас, давайте кто-нибудь. Привет. Здравствуйте. Сколько тебе лет? Мне 10 лет. Так, а зовут тебя как? Это Михаил. Михаил, отлично. У тебя есть ответ на вопрос? Да. Давай, отвечай. Каждый японец считает непременно необходимым приобрести их, чтобы им было легче загребать свое счастье и удачу в новом году. Вот видите, какая прелесть. Давайте-ка мы ему тоже поаплодируем. Браво, браво, мой мальчик. Ты просто молодец, ты получишь приз, мы передаем тебе редактору и фирменные призы. Выбирай даже. Сегодня, да. Что хочешь. С Новым годом, дорогой! Да, с Новым годом тебя. Вот видите, какие ребята у нас хорошие есть. Ну что, еще вопросы давайте, ребята? Давайте я вам задам вопрос. А как? Мне? Вам. Да. А что вы мне подарите? Мандарин. Мандарин? То есть я сначала вам один, а вы мне обратно мандарин. Да, подарил да. Я вам один, а мне обратно мандарин. Видите, дедушка стихами говорит. Прошу да. вас. А как вы лично относитесь к Новому году? Может, с кем-нибудь будете встречать? С кем соберетесь? У дедушки дел очень много. Надеюсь, сегодня я посещу главную площадь нашего города. Как называется? Театральная. А в каком нынче стиле она оформлена? Может, кто-то знает? Золотой ключик. Золотой ключик и кукольный театр. Да, да. Это все очень близко дедушке. Помните, я вам рассказывал историю про Вадима Анатольевича Афанасьева? Поэтому вот в моем чемодане, хочу вам сказать, много чего есть. Сегодня вам, конечно, не покажу, чтобы заинтриговать. Но там у меня есть и фокусы, и куклы, и разные вкусняшки. Поэтому дедушка показывает прямо чудеса из чемодана кукольный театр. Поэтому сегодня я хочу появиться на театральной площади, если у меня получится. Но сначала нужно объехать, облететь очень много... домов. Меня сегодня везде пригласили. Я думаю, вам все будут рады. Да. В сами 12 часов, когда это произойдет, 12 раз пробьют наши куранты, выйдет наш президент России, как его зовут? Владимир Владимирович Путин. И всех поздравит. Дедушка Мороз будет на прямой связи со всеми своими братьями. Мы будем ворожить, колдовать, делать волшебство, чтобы всему миру в наступающем 2018 году было счастье. Вот так я проведу сегодняшнюю новогоднюю ночь. Можно поаплодировать такой речи. Спасибо. Я очень тронут, мои друзья. Кто-нибудь еще готов что-нибудь задать? Тимур, может быть, вопрос про иностранные какие-нибудь обычаи у тебя есть? Да, есть небольшой вопросик. Давай.
Какой новогодний обычай есть у испанцев? А именно в саму новогоднюю ночь. Ого, как. О, как прям хорошо. Прям в саму новогоднюю ночь. Я бы сказал, наверное, даже прям в 12:00, да? Угу. Новогоднюю ночь. Злата, не знаете? Честно, нет. А да. Вы, Зосенька? Еще честнее, тоже нет. Вот мне ваши имена, знаете, что навевают? Дедушка-то пишет стихи да песни. Вот Злата, Злата, чтоб ты была богата. Хорошо. Спасибо. А имя-то твое, видишь, какое золотое? Тимур, Тимур! Тимур. Не воруй с подворья кур. Вот так вот у нас будет. А Зося, ну, у вас ведь какое имя настоящее? Софья. Софья. Сонечка, да? Соня. Да. Соня, Соня! Звонок. Да, нужно придумать будет потом рифму. Давайте примем звонок, а потом... Хорошо, привет. Здравствуйте. Представься, пожалуйста. Ульяна. Сколько летов? Лет? 12. Хорошо, давай отвечай на вопрос. Выбрасывать мебель из окна. Поэтому пешеходы ходили посередине улицы. То есть очень опасная такая традиция, да? Да. Избавляться от лишних вещей, чтобы купить новые, да? Ну, на самом деле нет. То есть яблоко не полетит, полетит телевизор. Нет, все просто. Не, на самом деле немножко не такой обычай. Это не называть его, да? Конечно. 12 виноградин называется. По-испански это звучит как «досы увос», между прочим. 12 виноградин. Но я считаю это правильно, потому что я сама слышала об этой традиции, что выкидывают вещи, и поэтому все очень осторожно ходят. Такая очень... напряженная традиция, потому что, может, телевизор такой, идешь, и тут перед тобой телевизор. Ну, я тебя уверяю, 12 виноградин безобидная и очень интересная традиция. Расскажи, Тимур, об этой традиции, вот, чтобы понимала Зося, что это не телевизор. Как мы знаем, например, у нас в новогоднюю ночь бьют 12 курантов. Да. 12 раз часы бьют. Потому что, как мы знаем все, в году 12 месяцев. Да. Так вот, и на каждый бой часов они едят по одной виноградине. Получается 12 виноградин. То есть за 12 ударов часов они должны успеть съесть 12 виноградин. Слушайте, мне ну сегодня у нас интересно. Программа была просто очень познавательная. Подождите, мы еще узнали. Не передали нашу дорогую гостью-редактору. Так. Пожалуйста, приходи, ты получишь фирменные призы от Дедушки Мороза и подарок, который сама выберешь. Ну и с наступающим Новым годом. Ура! 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 Ну ура! Что, пришло время нам прощаться. Время быстро бежит, ребята, нас ждут другие. Это так печально, потому да. что такая волшебная программа, с ней даже не хочется прощаться. Давайте пожелаем всем нашим радиослушателям в новом году счастья. Каждый от себя что-то вот такое, знаете, как дедушка любит слово, такое эксклюзивненькое. Я. Да, прошу вас, Зося. Я желаю, чтобы в новом году вы раскрыли в себе то, что, например, не видели в старом, какие-то новые таланты или что-то то, что можете поделиться с другими, например, какой-нибудь кусочек счастья, выйти на улицу или просто поздравить с Новым годом людей. Злата? Ну, все банальное. Счастье, здоровье, улыбок, любви и красоты. Прекрасно. Все, что у тебя есть. Как себе пожелала. Молодец. Спасибо. Тимур? Желаю вам всего самого лучшего, чтобы вы замечательно отметили этот Новый год, чтобы ваш следующий Новый год проходил очень хорошо. Получайте 5-ки, 4-ки и слушайтесь родителей. Ну, а я от своего имени, от имени всех Дедов Морозов мира, от имени нашего главного Деда Мороза, который живет в Великом Устюге, Мороз Ивановича, хочу сказать, слушайте программу «Открывашка». Каждое воскресенье это самое... Полезный совет. Самая лучшая программа, которую я люблю, потому что в ней и дети, и взрослые на одной волне. А на одной волне на какой? 101. 101 и 0 FM. В шутейном разговоре просто и по-человечески рассказывают о том, что нас окружает. И все, что нас окружает в следующем году, дорогие мои радиослушатели, храните, берегите. Отличное пожелание. С Новым годом, думаю. Давайте да? все вместе скажем с Новым годом. 3-4. С Новым годом! До новых встреч! Пока! Детская познавательная программа «Открывашка».